Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Москве. Склад находился в промышленной зоне на севере города. Более 100 тысяч бутылок были оклеены поддельными акцизными марками. Если бы организаторам нелегального бизнеса удалось их реализовать, они выручили бы не меньше 40 миллионов рублей. Как сообщает МВД, алкоголь должен был поступить в розничные торговые сети столицы и других регионов России в новогодние праздники. Мог ли он навредить здоровью потребителей, выяснится в ходе экспертизы. Владелец этой продукции уже установлен. Задержанные рабочие, которые находились на складе в момент проведения обыска.